25 марта, очередная протестная суббота, город Новосибирск, площадь Ленина. У нас сегодня очень много пикетчиков, много людей на площади. У нас вчера пришли печальное письмо пришло от Марии Пономаренко. И вот Юля, ее подруга, вышла в поддержку нашей политзаключенной Марии Пономаренко. Юля, да. Расскажи, пожалуйста. Здравствуй, Сергей. Я, безусловно, вышла в поддержку защиту Маши Пономаренко. То, что с ней случилось, это, конечно, не укладывается в голове. То есть, получается, ее этапировали в СИЗО номер 2 города Бийска. Там начался проводиться обыск. У нее отменяли часть продуктов из передачки, которые ей накануне передавали. Также ее начали заставлять раздеваться, на что Маша отказалась, и у нее произошел нервный срыв. Начальство СИЗО вызвали психиатрическую бригаду. Они приехали, и вместо того, чтобы человеку оказать медицинскую помощь, они просто начали избивать вот эту вот хрупкую женщину. Они ее били по голове, по груди, по животу. Волокли ее до скорой кареты. Вот именно волокли ее. Там также ее били в машине. Понятно, правила проведения мероприятий вы проводите публичное мероприятие в форме одиночного пикета. О правилах федерального закона 54 и 114 вам как бы понятно, да? Вы знаете, да? Все, спасибо. В больнице на первом дне пребывания за то, что Мария вовремя не выпила какао. Санитар Максим начал ее бить по щекам. Максим? Живот, грудь. Да, Максим, именно указано его имя из письма Марии. Я хочу сказать этому санитару Максиму из Бийска, что он маленький людишка с низкой самооценкой, раз он себе позволил бить женщину. И все сотрудники, которые наблюдали за этой ситуацией, они все смеялись, издевались над Машей, говорили, что она никто, и об этом никто не узнает, что в Бийске есть своя власть. То есть над человеком морально, физически издеваются. Мы молчать об этом не будем, мы будем максимально придавать этому огласку. Юля, есть что-то еще добавить? Я хотела бы добавить, что на самом деле мы уже давно все сидим в тюрьме. И с каждым из нас может случиться такая беда, и мы должны поддерживать и защищать друг друга. Это очень важно. Все. Спасибо, Юля.